Всем привет! Вы на канале Цветочное счастье, и сегодня небольшой влог о том, как я подготавливала сад и огород к зиме. Навела везде порядок, в принципе, уже была обрезка роз, кустарников, обработала деревца, также розы, обрезала виноград. В общем, все подробно. Немножко расскажу о каждом этапе работ, что проделала, покажу, как выглядит огород. В принципе, немножко можно полюбоваться на цветение алисумов и хризантем. В общем, кому интересна такая тема, я приглашаю вас на просмотр. В начале ролика сразу скажу, для тех, кто не знает, я живу на Ставрополе, и благодаря вот такой теплой осени, ну в этом году она, конечно, не была особо теплая, но самое главное, сухая, без особых дождей и морозы только вот последние две ночи, я спокойно выполнила все запланированные работы, которые хотела сделать в саду и в огороде. Из года в год все осенние работы я стараюсь выполнить именно осенью, вплоть до того, чтобы собрать все листья, которые осыпаются с деревьев. А весной у меня просто другая работа, я уже знаю, что у меня в саду и в огороде порядок, как говорится, душа спокойна до момента посадок. Сегодня хочу начать обзор именно с огорода. Вот так выглядит первая часть, где установлены вот такие металлические грядки и идет отсыпка из щебенки. Я очень довольна. Весной мы сделали такие дорожки, осенью поставили прошлого сезона грядки. Результат меня порадовал. Убрала уже сетку. Это летняя площадка, где росли колиусы и традисканцы. Здесь уже вторая вот такая арочка. На телеграм-канале я девочкам показывала. Кстати, кто не подписан, я вас приглашаю. Там много тоже интересных роликов, которые не выходят на других каналах. Вот. Так что все грядочки уже у меня вскопаны, готовы к весенним посадкам. Как я и планировала, я пересадила клубнику. Да, на другие две грядочки. И так как у нас вот такая разница в температурах, первый раз за весь период, я не помню, чтобы клубника была вот такая осенью красивая, вот такой бордовый цвет. Ну, сейчас, конечно, уже морозец. В этой части еще не все успели доделать. Я также хотела поставить на малинник металлическую грядку, сделать отсыпку, но в приоритете у нас новый проект по аркам, и мы сосредоточились там. Здесь была малина обрезана. Это малина двухразовая, которая плодоносит весной и осенью. Обрезка, в принципе, идет где-то на высоту 50 сантиметров. Ну, она у меня всегда замульчирована соломой. Мульчу я вот убираю в виде соломы, складываю в мешки, да? А сюда в малинку чуть-чуть добавляю. И вот из года в год здесь все время солома. Обрезала кустарники. Здесь находится черная смородина, красная смородина, и там на пень несколько кустиков у меня ремонтантной малины. Так, теперь поворачиваемся в эту сторону. Вот такая красота еще была не так давно. У меня цвели хризантемы, но сейчас уже видно, что морозец их немножко, как говорится, потрепал, и скоро я буду все закладывать в компостер. Да, у меня в этом сезоне два компостера. Вот по 1000 литров. Более подробный обзор я рассказывала в телеграм-канале. Кому интересно, можете там просмотреть этот ролик. Ну, в общем, решила я все-таки заняться компостированием. Уж очень много у меня остатков. Вот от всех моих растений я потихоньку начинаю заполнять. Уже один компостер практически у меня полный. Вот хризантемки тоже пойдут туда. В этой части дворика я тоже планирую сделать такую отсыпку. Здесь вот видите, вот такие металлические клумбы. Они были нам в подарок, когда мы заказывали грядки. Вот здесь клумба была в течение лета, я ее тоже переставила, засыпала щебенкой, так как здесь тоже будет еще стоять третья арочка. Ну, в общем, надеюсь, что весной получится, мы облагородим еще вот эту часть, и будет удобно и красиво. Что касается деревьев, у меня вот здесь молоденькие деревца, год назад я их пересаживала. Здесь абрикос, персик, груша,
две груша, яблоня. И в этой части огорода еще есть карликовые вот яблоньки. Вот одна грушка у меня очень плохо себя чувствовала. Не знаю, я пока не обрезала, оставила. Вот. А эта груша, вот все хорошо. И абрикос. Вот еще. Каждый сезон деревья, кустарники, розы, виноград я обрабатываю вот таким инсектофунгицидом. Вот так он называется. Это фирма Сунгента. От болезней и вредителей, да, два в одном, двойной удар, как называется, да. И это важно проводить именно после листопада, когда нет листочков нигде. Ну, в принципе, у меня так получилось, вот где-то дня три назад до морозов я успела это сделать. Где-то на листики были на деревцах, я их просто вручную аккуратно собрала, это было легко уже сделать. Я развела этот препарат на 10 литров и сделала тщательное опрыскивание. Там рекомендуют, чтобы прям стекала водичка. Все обработала, и теперь следующая обработка будет, если я успею по погодным условиям весной до распускания почек. Если нет, тогда просто подключу другой препарат и потом вам покажу. Ну, в принципе, мой опыт показывает, что очень хорошо этот препарат работает. И вот если потом повторять обработки для профилактики в течение сезона, вот я это делала 4-5 раз, также для деревьев, для винограда, для роз, все отлично, и проблем вот с болезнями и вредителями больших в этом сезоне не было. Ну а теперь немножко о кустарниках. Вот такая берючина, у меня два сорта, разная вариегатность, но здесь вообще смешан получился кустик, и желтая вариегатность, и вот такая зеленая с розовым. Тоже это молоденькие кустики, я сделала обрезочку, более взрослым кустам, ну, тоже выровняла, да, их рост, сохраняя немножко вот такую форму. Вот, мне очень нравится, как эти кустики украшают вот этот миксбордер. Здесь весной нарциссы, тюльпаны, потом цветут ирисы. Ну а дальше уже здесь продолжают украшать именно в жару вот эти кустарнички. В этом году я немножко тут кое-что изменила, пересадила сюда смарагд, вот эти туи. Они раньше росли на этой клумбе, но я поняла, что будет слишком тесно. И решила вот... Здесь у меня, помните, барбарисы были. Ну, не нравится мне, как они растут. Я говорила, что планирую их убрать. И на это место вот решила высадить вот такие туйки. Им прям здесь будет комфортно, места много. Пересадку я сделала где-то в начале октября. В общем, как раз дала возможность развиваться после пересадки корешкам до наступления морозов. Но я очень надеюсь, что хорошо перезимует. И вот еще одна туйка. Так, и вот здесь у меня, кто помнит, гортензия была крупнолистная, название не знаю, но очень сложно ей было расти в открытом грунте в нашу жару, но температура прям летом была 50 на солнце, даже выше. Я ее постоянно поливала, она все время хлорозила. Я решила ее выкопать, рассадила на два кашпо, буду выращивать в кашпо, но вот как буду сохранять, еще подумаю, потом в телеграм-канал поделюсь такой информацией. На это место я высадила, забыла, бересклет. Здесь бересклет у меня зеленый. Раньше был он как бы с желтой вариегатностью. Вот, ну, где-то там веточка есть в середине, а так он в основном зелененький. И тоже сделала такую небольшую обрезочку, чтобы как бы побольше его распушить. Вот. Здесь тоже кустарничек. Ну, а еще было два бересклета. Я вот там у меня хосты, где вот забор, сетка с соседями. Раньше были розы, я тоже рассказывала, что хосты растут, колятся прям шипы, и они такие рваные получаются. И я вот два кустика у меня был тоже бересклета, вот такого вариегатного, рос между можжевельником вергинским.
вот там, возле цинерария серебристая, я решила выкопать и сюда пересадить. Ну и, в общем, здесь будут расти. А вот так я обрезала куст каприфолия, более-менее освободила место на дорожке. Ну и чуть-чуть еще продолжают даже после заморозков цвести вот мультифлорки. Ну, я думаю, что где-то, наверное, еще неделька я потихоньку все буду обрезать и складывать в компостер. Ну, сейчас клумбочки вот так выглядят. Розы я, в принципе, обрезаю на высоту 30, 20, 15 сантиметров. А 15 это там, где я прям их омолаживаю. Но вот здесь у меня более молодые посадки. Здесь где-то 25-30 сантиметров. А весной я уже смотрю, как отобьют почечку. Вот. И делаю еще одну корректирующую обрезку. Розы на Ставрополье мы не укрываем. Они зимуют, в принципе, нормально. Если нормальная зима. Но, как правило, у меня был опыт, когда полностью не проснулись, да, сначала не отбили ни одной почки розочки, а потом все равно они отросли и было все нормально. Хризантемы, вот как мультифлоры, так корейские, низкорослые, высокорослые, тоже не укрываю. Вот. Ну, здесь уже вон можжевельник казахский вот так разросся, лаванда. Вот не помню, обрезать, не обрезать кустики лаванды. По-моему, осенью прошлой я подрезала. Ну, в общем, чуть-чуть изучить вопрос. Как-то такого большого опыта у меня нет. Ну, а так, в целом, уже на клумбах везде порядок. Ну, повторюсь, розы тоже обрабатывала этим же препаратом. Здесь тоже небольшая клумбочка. Вот хвойнички, туи. Высадила я хризантемы, которые росли в кашпо. Ну, они уже, конечно, отцвели, но как бы там ни было, я планирую, что на следующий год, если будет хорошая зимовка, они будут здесь украшать. Тоже есть несколько кустиков роз, а летом, вы помните, да, у меня здесь росли колюсы. Так, если повернуться на эту сторону, здесь... Помните, тоже росли летом колиусы. Ну вот на следующий год, наверное, я их не буду высаживать сюда именно, да. Дам возможность разрастись хорошо. Вот хвойнички здесь, вот ель коника. Ну она прям так неплохо подросла. Вот одна и вторая. Вот также есть вот такие карликовые бересклеты, как вот вариегатный, так и зелененький. И виноград. Хочу сосредоточиться на росте винограда. Я в прошлом году покупала саженцы, им был год, сейчас уже получается 2 года. Вот они, бамбуковые палочки еще остались. Я сделала вот на днях осеннюю обрезку на обратный рост. То есть оставила по 3 почечки, тоже изучала очень много информации, но в принципе виноградари все так и советуют. Вот такого возраста кустиком сделать именно такую обрезку на 3 почки и дальше уже формировать рукав и лозу на будущий урожай. Вот здесь вот у меня 1, 2, 3, 4, 5 кустиков. Ну, конечно, я понимаю, что расстояние не очень, да, такое большое, но у меня здесь будет немножко другое формирование по, ну как сказать, формирование самой лозы. То есть там же много у нас предлагается вариантов. В общем, я буду немножко иначе это делать. А чуть позже потом поделюсь, что мне из этого получится. В теплице уже тоже составлен весь грунт, распределены кашпо. Ну, все как и планировала. А здесь также в эту сторону у меня 3 кустика винограда. Вот, тоже все обрезала. Но виноград я планирую, конечно, накрывать. Будет сухое укрытие, потому что все-таки как бы заморозков у нас больших нет, да, на Ставрополье. Но виноград любит гололед, не любит, вернее, гололед, да. И вот именно от гололеда я буду накрывать. Здесь прям отлично подросли вот 2 можжевельника. Ну, тоже я вот название не знаю. Вот один и второй.
Ну и, конечно, вот можжевельники виргинские. Мне прям они так нравятся. Я им делаю потихоньку прищипочку, чтобы вот прям все более-более пушистые были. Вот, и вот таких три штучки. Ну и здесь, в принципе, тоже вот длинный вот такой цветник. Вот здесь также остаются розы. Но некоторые, я говорила, прям коротко обрезала. Здесь более взрослые розы. И, честно говоря, я бы их отсюда убрала. У меня есть другая задумка, что сюда посадить. Но когда устанавливали бордюры... Ой, ну это знаете как, это просто если их уже отсюда выкорчевывать, то на выброс. Вот так, чтобы взять и пересадить куда-то в другое место, нет возможности. В общем, пока оставляю как есть, а со временем, может быть, что-то у меня изменится, да, какие-то другие планы появятся. Вот, поэтому вот так ряд розочек. Здесь были у меня пионы. Ну и вот древовидная гортензия Аннабель. В этом году я решила сделать другую формировку. Ранее я формировала, обрезка была на пень. Ну, это более такой природный стиль получается. Мне очень понравилось. Но в этом году хочу чуть-чуть прям сформировать кусты, чтобы они держали именно форму. Ну, обрезку сделала вот раз, два, три, четыре, пять на 6 почек. Вот, буду подвязывать, но чтобы более такие мощные были кусты, но посмотрим в течение сезона, что будет. Ну, а вот этот уголочек у меня, вот гехеры здесь растут, тоже там несколько хост я подрезала, и вот такой бересклет тоже с варигатной окрасочкой желтой. Тоже чуть-чуть подрезала, но вот я так смотрю, что, наверное, вот эту желтенькую нужно прищипнуть, может быть, даже взять на черенок. Вот. Так что вот так выглядят клумбы. Ну, конечно, основная часть работы у меня была с вот таким огромным орехом. Как я говорю, он, конечно, спасает нас от жары, потому что первую часть дворика у меня сначала освещает солнце, да, вот кто помнит, у меня здесь растут в основном петунии, а потом, когда солнце уходит на другую часть сада и огорода, то орех опять же спасает и здесь тень. Если бы его не было, то все было бы на солнце, но дом-то, понятно, кондиционер, а вот, конечно, я думаю, что от тени не будет хватать, хотя с каждым годом все сложнее и сложнее. Все-таки уже возраст, когда за 50 ты задумываешься, да, а как будет дальше? Вот я чищу, получается, одну крышу и желоба, крышу навеса. А далее чистится также, ну, помимо того, что орех даже, когда листопад, он и соседям сыпется. Ну, тут ладно, тут взаимосвязано, они убирают мой лист, я убираю их лист, но как бы там ни было, он везде, и за домом. То есть вот здесь, но здесь, кстати, можно сделать, у нас уже куплен материал, просто зашить вот где вот этот просвет, и сюда просто вода в желоба будет, да, течь во время дождя. Ну, а так вот лист и дождь сюда попадать не будет. Такое в планах есть. А потом далее вот у меня еще крыша, да, вот сейчас это одна мастерская, вторая. Там тоже все чистить. Естественно, там за домом. И вот еще один прозрачный навес. И когда ты начинаешь работать, уже понимаешь, да, что-то хочется изменить, ну, опять же, продумывая на будущее. Ну, здесь под навесом уже составлены все мои подставки. Арки, они будут зимовать здесь. У нас, в принципе, когда снег чуть-чуть сюда сыпет под навес, ну вот как-то ветром. И когда я убираю, я просто отодвигаю на эту сторону, немножко смету и назад их ставлю. Ну, как бы там ни было, они все равно находятся в более таком сухом месте. Больше хранить негде. У меня еще вот остался один кусочек, где вот сложен агробалт. Там стоят, ну, такие
хозяйственные, да, там бетономешалка. И, в общем, вот этот еще эту зону нужно облагородить, но там мы будем делать небольшую мастерскую для мужа, потому что даже инструменты сейчас у нас негде хранить. Только по той причине, что уже все помещения я забрала под растения. Но это планы на будущее. Надеюсь, что со временем все эти вопросы решатся. Ну, а сейчас, на данный момент, вот так. Алису мы будут продолжать еще украшать эту зону. Сейчас пчелки все улетели на хризантемы, несмотря на то, что вот уже ноябрь приближается к концу, но в солнышко они у нас летают и запасаются медом. Так что вот пока вот такие шарики. Ну, мне очень нравится. Даже вот когда был морозец и такой легкий иней на кустах, очень смотрелось все интересно. Ну, в принципе, дорогие друзья, я вам показала все, что планировала. На этом я хочу попрощаться. Теперь с вами будем встречаться уже в обзорах, как в рассадной комнате. Вот. В одной цветочной мастерской здесь потихоньку стеллажи заполняются растениями. В другой цветочной мастерской скоро я вам сделаю подробный обзор на новое помещение, которое появилось у меня в этом сезоне. Поэтому встретимся с вами в новых видео с новыми темами. А я на этом хочу попрощаться. До новых встреч. Всем пока-пока. Если интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Ссылочку на телеграм-канал вы найдете в описании под этим роликом.